Здравствуйте! Хочу вас поздравить с Новым годом. Или с наступающим, или с наступившим. Ну, зависит от того, кто когда смотрит. Желаю в следующем году, чтобы весь этот дурдом, который происходит вокруг нас, как-то стабилизировался. Я уже не говорю прекратился, а хотя бы стабилизировался. Дай Бог счастья, здоровья, самое главное, да? И я вот что хочу сказать вам. Во-первых, спасибо вам огромное, что вы меня смотрите. Спасибо, что подписывайтесь, да, вот лайки, пишите комментарии, там, делитесь видео. Мне очень, правда, приятно, мне очень как-то, знаете, необычно все это. Я вообще никогда не думала, что у меня вот будет такой большой канал, что столько людей будет меня смотреть, что будет интересно. Вот, просто вот удивительно для меня до сих пор, сколько лет уже у меня этот канал, да, мне до сих пор удивительно, что я кому-то интересна. Ну и, естественно, самое главное, я хочу сказать большое спасибо моим собеседникам, которые приходят ко мне на канал, которые делятся своими мыслями, которые меня поддерживают, да, потому что мне это очень важно. Я живу чёрт знает где, далеко, скажем так, от вас, от всех. И ваше вот присутствие, да, ваша поддержка очень дорогого стоит. Вот, и я хочу поздравить всех моих собеседников, которые приходят ко мне на канал. Начать я хочу с Володьки Дружинника. Это первый, да, человек, которого я встретила в чат-рулетке, да, с которым мы начали делать там цикл беседы у меня на канале. Володь, ты для меня как братик. Вот родная душа, честное слово. Я не могу объяснить. Я все это время, сколько я вот с тобой знакома, я за тебя переживаю, душа болит, и все время вот я о тебе думаю, все время как-то, вот родной, да, вот роднулька. Алексей, ты, конечно, это уникальный человек. Это ты тот человек, который может успокоить любую нервную истерику, который точно скажет: так, всем стоять, значит, все идет по плану. Мы в правильном направлении идем. Отставить кипиш, отставить панику. Значит, бабы направо, мужики налево. Мы все идем в одном направлении. Ты, конечно, большое тебе спасибо, что ты есть. Поздравляю тебя тоже. И семье твоей, и всем. В общем, удачи. Дальше Сережка Бонарь. Это просто... мы из одного города, мы из одной школы, мы из одних улиц, мы все. Правда, у нас разница в 10 лет, неважно. В общем-то, это все равно, знаете, вот такое вот родное, да. Вот. Чем мне нравится Сережа? У Сережи четко расставит акценты, расскажет, кто напал, какие инструменты нападения, как это все происходит, все имена, все фамилии, все цифры, все разложит, все расскажет. Предупрежден, значит вооружен. То есть, да, конечно, от рассказа Сережи иногда шевелятся волосы на голове, но я просто знаю, что я лучше буду знать, да, с кем я имею дело, чем находиться в неведении. То есть, Сереж, спасибо тебе за просветительскую работу, спасибо тебе за то, что ты правильно расставляешь акценты, направления, и все. Вот, это я. Спасибо тебе, Сереж. Тебе с Новым годом, твоей семье, деткам твоим. И особенно Бриане. Слава Бриане. Вот. Дальше, ребят. Ян. Ян это вообще, это просто. Ян это следующее поколение. То есть я понимаю, что я уже там. А это то поколение, которое... мое поколение это про вчера. Да. Там. А поколение Яна это про сегодня. Про сегодня и про завтра. Да, вот, скажем так. Мое поколение про вчера и сегодня. А поколение Яна про сегодня и про завтра. Вот это то... то, что мне нравится, как он мыслит, как он интересно аргументирует, как он находит какие-то подводки такие, которые ты слушаешь его и понимаешь, что все будет хорошо. Следующее поколение, оно все понимает, оно знает все. Успокойся, они разберутся в конце концов, да. То есть я понимаю, что вот наше поколение, то, что мы просрали Великую Империю, да, то вот это поколение, оно ее соберет. Янчик, поздравляю тебя, спасибо тебе. Александр. Александр это, человек, с которым мы разговариваем на одном языке.
Вот прям. Он говорит, а я могу за него договаривать. Вот такой мысли в одном направлении. Девчонки. Ну, девчонки — это вообще это родная душа. Это то, что... Ну, и это то... Вот мои девчонки, которые на канале, да, у меня бывали. То есть я понимаю, что мы с ними прошли одинаковый путь, одинаковые вот 90-е, дети, врожденные в 90-е. Вот эти вот все вот истории. То есть я на них смотрю, и я понимаю, что тыл защищен. В тылу все нормально будет. Вот потому что... Девчонки, они четко знают, что нужно делать в тылу. И патроны поднесут, и пожрать приготовят, и если надо, заменят. Вот такие у меня девчонки. Ну и все мои зрители, которые выходят тоже, вот, выходят со мной поговорить, тоже большое вам спасибо, поздравляю вас, будьте счастливы. Не бойтесь, заходите, делитесь своими мыслями, делитесь своими впечатлениями, делитесь своими планами. Рассказывайте то, что у вас наболело, то, что у вас на душе. И всех с Новым годом. Дай Бог, что в новом году у нас как-то будет все постабильнее. Всем пока. Пока-пока.